сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике была получена оперативная информация о том, что по федеральной трассе М-12 «Восток» передвигается участник организованной группы, которая осуществляет на территории страны сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Автомобиль предполагаемого злоумышленника оперативники совместно с экипажем госавтоинспекции поджидали в Комсомольском округе. При осмотре транспортного средства в оборудованном тайнике они обнаружили более 5 килограммов героина, предназначенных для сбыта в регионах страны. Куда направляетесь? Челябинск. Челябинск. Данное наркотическое вещество вам принадлежит? Нет. Известно, что ранее 46-летний уроженец Таджикистана в поле зрения правоохранителей не попадал. Гражданство Российской Федерации он получил в 2021 году. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 46-летний житель Санкт-Петербурга в настоящее время находится под стражей. Расследование по данному уголовному делу продолжается. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия.